пожалуйста. Да. Один разочек. Да? Пожалуйста, один разочек. Ребята, даже не то, чтобы мне у кого-то что-то выпрашивать было бы противно, даже записывать бы такие подобные ролики, да, там, ну, по-любому, там, это она его попросила для своего ТикТока, чтобы там подыграй мне, да, пока сыграю роль такую, типа, что я якобы у меня секс выпрашиваешь, да, ребята, женский отказ без причины, это оскорбление, она тебя не хочет, не хочет она тебя. Пишите, были ли у вас такие случаи, когда вы выпрашивали секс? Я надеюсь, я истово уповаю на то, что таких случаев не было. Ребята, это просто мерзость!